Общество «Сиван» стало первым объединением армян в Краснодарском крае. Оно было образовано в 1989 году. Тогда основной задачей общества было открытие школ, обучающих на армянском языке, и классов армянского языка в русских школах. Сегодня задача та же – сохранение культуры и традиций. С 2003 года «Сиван» входит в состав общероссийской общественной организации «Союз армян России». С 30-летием «Сиван» от имени главы города поздравила его заместитель Галина Москалева. Она зачитала приветственный адрес. Ну а лучшие представители нас общины получили медали за вклад в развитие Сочи и Кубани и благодарственные письма от руководства города и депутатов.